Ну, здравствуйте! С вами компания Арбат Хомс, город Мерсин. С вами я, Шалкар Муман. Мы с вами находимся на нашей стройке, на завершающей стадии. Район Арпать-Башиш, зеленый и всего лишь 270 метров до Средиземного моря. Кстати, отсюда, если пройти на запад, буквально 100 метров, вы попадете на Черепаший пляж, на берегу которого черепашки откладывают яйца. А выше находится регион Алата. Прямо сейчас мы с вами находимся в шоуруме на втором этаже квартиры 2+1. 120 квадратных метров. И сейчас мы рассмотрим, что же есть в этой квартире. В первую очередь, она будет сдаваться в чистовой отделке. Ламинат, натуральный камень, кухонный гарнитур, сложные потолки, достаточно много света. Позже еще подойдем на балкон и увидеть, какой он большой. Пройдемте, оператор, пожалуйста, далее. Посмотрим, что у нас встречает во входной группе. Вот такой вот у нас красивый и вместительный прихожий шкаф. Сюда вы можете повесить свои наружные вещи, головные уборы. Обратите внимание, что вся фурнитура, выключатель, включатели уже имеется застройщика. Переходя в спальные зоны, с левой стороны нас здесь встречает общий санузел, где уже имеется душевая кабина, инсталляция, то есть подвесной унитаз. Также здесь имеется у нас, пройдемте, вот такой вот шкафчик с зеркалом, где вы можете хранить свою косметику. Имеется раковина, смесители. Кстати говоря, в Турции, когда исполняют мебель, ее не обклеивают пленкой. Это все натуральная краска. Проходя дальше по коридору, мы попадаем в детскую комнату. Ну, может быть, для кого-то она будет гостевая. Здесь застройщик предусмотрительно обратил внимание на эти вещи. Окна расположены повыше, чтобы дети не доставали самостоятельно. Окно достаточно высокое, пропускает много света, но ребятишки раннего возраста не смогут самостоятельно достать и открыть. Об этом тоже он задумался. Комната достаточно вместительная, сюда можно будет расположить кровать 160 на 2, либо две одноместные кровати, еще и шкаф. Имеются выводы для розеток, есть выключатели и выводы под радиаторы. Теперь мы с вами проходим в спальную комнату. Это master bedroom, тоже большая комната, вместительная. Сюда влезет шкаф, двухместная кровать, имеются выводы под интернет, телевизор, имеются выключатели. Здесь тоже везде сложный потолок. Кстати говоря, в родительской комнате, пойдем сюда, имеется технический балкон. Наверное, в нашем постсоветском пространстве назвали бы это просто балконом, но для Турции это технический балкон. Здесь вы можете расположить свои внешние блоки кондиционеров, либо же поставить сюда, мы сейчас вам покажем, стиральную машину или водонагреватель. Эта квартира является распашонкой на русский язык, она смотрит у нас как на юг, так и на север, в данном случае еще и на запад. Есть такие же квартиры, смотрящие на восток, есть квартиры, смотрящие на юг 1+1. Также в родительской спальне у нас имеется, помимо выводов под кондиционеры, что есть во всех комнатах, есть еще и свой санузел. В своем санузле у нас также инсталляция, также имеется шкафчик под косметику, раковина, смесители и с моей правой стороны имеется душевая кабина. На самом деле, мне этот комплекс, честно, очень нравится своей планировкой, своей площадью и дальностью к морю. Если вы хотите проводить время спокойно, тихо, в зеленом районе, но при этом не терять связь с торговыми центрами, вам нужно ехать сюда. Буквально 2,5 километра от Эрдемли. Там вы найдете картинг, кучу ресторанов, найдете торговые центры. А что в самом районе Арпать-Башиш? Тут тоже имеются рестораны на пляжах. Имеется хорошая зеленая территория. Говоря, кстати, о территории, это территория нашего жилого комплекса. Уже есть залитый бассейн, имеются уже поставленные горки. Спереди у нас здесь имеется две виллы. Теперь, говоря о площадях, я не могу не упомянуть конкретно в этих квартирах 2+1 размеры балконов. Эти балконы так или иначе могут стать вашей дополнительной комнатой. Если застеклить, то это можно сделать зимним садом. Достаточно крупное расстояние. Здесь бы я сказал, что спокойно можно расположить стол на 8 персон и двухместную бамбуковую качелю. Район Арпать-Башиш стал первым районом, куда я переехал.
из Казахстана приехал сюда, я попал в Арпаль-Баши, в соседний дом. И честно, мне не так много лет, но я полюбил свой молодой возраст, спокойствие в этом районе. Здесь идет бурное развитие, и конкретный жилой комплекс находится на главной дороге внутри района. В последующем, когда будут открываться рестораны, банки или какие-то важные инфраструктурные центры, они будут вдоль этих дорог. Поэтому Арпаль-Башиш – это явно сейчас фаворит среди развивающихся районов города Мерсин. Жилые комплексы растут здесь, как грибы. Сейчас жилой комплекс находится на стадии завершения. В марте этого года уже можно будет переезжать. Квартир осталось не так много, есть квартиры 1+1 и 2+1. Цены начинаются от 48 тысяч евро. За подробностью цен, информации и планировок можете обращаться по номеру на экране. Спасибо, что вы с нами. С любовью, компания Arbat Homes.